Тарталетки могут быть десертом или закуской к праздничному столу. Расскажу о своем способе, как приготовить тарталетки из песочного теста с заварным кремом. Наслаждайтесь этим десертом с чашкой чая. Тесто можете сделать самостоятельно или купите готовое. В этом рецепте тесто делаю вручную, хотя можно воспользоваться и комбайном. Выпечка тарталеток не займет много времени, а вот этап подготовки довольно продолжительный. Ешьте тарталетки после остывания, подавать их лучше с чашкой чая. 1. Просейте в миску муку, добавьте к ней 1 столовая ложковую ложку сахара. 2. Холодное масло нарежьте небольшими кубиками. 3. Выложите кубики масла в миску к муке и сахару. 4. Воспользуйтесь 2 ножами, порежьте масло в миске на мелкие кусочки или взбейте в блендере. 4. Воспользуйтесь 2 ножами, порежьте масло в миске на мелкие кусочки или взбейте в блендере. 6. Замесите тесто, чтобы оно держалось вместе, при необходимости добавьте еще холодную воду. 7. Оберните тесто в пленку и отправьте его на полчаса в холодильник. 8. Достаньте тесто и вымесите его вручную на поверхности, присыпанной мукой. 9. Снова оберните тесто в пленку и отправьте его на 30 минут или на ночь в холодильник. 10. В горячей воде растворите оставшийся сахар, оставьте до остывания. 11. В отдельную миску вбейте 3 куриных яйца. 12. Смешайте взбитые яйца со сгущенным молоком, ванильным экстрактом и сахарной водой. 13. Достаньте охлажденное тесто и раскатайте его тонко, нарежьте кружочками и выложите их в формы для кексов. Вылейте подготовленную начинку. 14. Выпекайте тарталетки при 180 градусах около 30 минут. Затем остудите в течение 50 минут. Приятного аппетита!